Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру «Эволюция мира юрского периода». В конце прошлой серии я говорил, что мы с вами отправимся на самый первый старый остров, но я потом подумал, что давайте мы все-таки здесь закончим с этим островом. Мы, в принципе, все повыполняли. Думаете, это как ракету построить? Нет, это еще сложнее. Это союз палеонтологии и генной инженерии плюс ДНК-хакерство. Улучшите свою репутацию. Так, контракт выполнен хорошо. Каждый успех связан с риском. Вам удалось добиться первого, избежав второго. Хорошая работа. Куда? Сюда. Так, отправляем, значит, сюда же. У нас осталось, в принципе, здесь совсем ничего, да? Здесь добить уже вот отдел развлечений. Получить от них задание и исследование Стиги Малоха. И все. Поэтому давайте попробуем взять еще один контракт. Займитесь этим контрактом. Это пойдет нам на пользу. Стирокозавр. Принимаем. Кто у нас такой стирокозавр? Есть ли он у нас? Стирокозавр. Есть. Есть. Два вида, значит, да? Окей. Значит, мы идем сюда. Здесь их выводим. И потом здесь же их потом и продаем. Двух стирокозавров. Раз. И два. Отлично. Так, рейтинг надо добиться нам обязательно. Что у нас тут плохо? Нет веселья, шопинга. Все это получается у них далеко находится. Если у нас что? Здесь, по идее, шопинг. Здесь вообще... Нет, хотя здесь нормально посетителей. Так сказать, думал, что тут мало. Шопинга почему-то им не хватает. Все не хватает и не хватает, не хватает и не хватает. Когда же вам все этого хватит-то? Что мы можем здесь поставить? Веселье. Могу я здесь опустить ландшафт? Вряд ли, мне кажется, получится это сделать. Да. Так, ну, веселье здесь нормально будет. А что у нас с шопингом? Где-то у нас был магазин одежды. А, веселье у них не очень. Но зато шопинг есть. Может быть, если здесь вот этот провод как-то по-другому кинуть? Давай попробуем. Помехи, да? Значит, не особо мне это поможет. Либо как-то... Как-то вот так, и вот это вот потом все снести дело. Блин, он тогда здесь поставил эту опору. Ну да. Как же быть-то? Либо сюда поставить. Вот так, может быть, сделать. Но это у меня что? Это у меня магазин подарков. Шопинг на троечку, веселье на двоечку. Веселье на... четверку. Ну давай поставим сюда веселье. Проведем большущую дорогу.
О, как-то так. Может быть, будет получше. Что тут у нас с каменелостями? Так, отправляем снова экспедицию. Так, готовы. А значит, выпускаем. Мы его уже видели. Тоже выпускаем. Мы живем в опасном мире. Отказаться. Мне это мне не интересно абсолютно никак, ни грамма. И добавляем задачу. Усыпить. И второго тоже усыпить. На уровне 2,5 звезды надо будет удерживать остров. Все. Так, электроэнергию, да, я же хотел. У нас проблема будет с электроэнергией. Значит, нам нужна новая электростанция. Давай, наверное, как-то вот так поставим ее, да? Так, это мы провели дорожку. Провели. Все, нормально. С электричеством сейчас тоже будет все в порядке. Что еще? По динозаврам у нас 2,5 звезды. А вот по рейтингу зданий все очень плохо. Плохая пропускная способность. Блин, меня совсем это не радует. Шопинга очень мало, они говорят. Шопинга совсем мало. Куда здесь только шопинг, кстати, я не знаю. Шопинг у нас, по-моему, был хороший. Это там, где одежда. Но куда вот его поставить? Здесь некуда его ставить. Ограниченный рельеф. Ну, чисто только из-за рельефа. Если из-за рельефа, то я попробую сейчас выровнять. Если все-таки это из-за рельефа. Может быть, вот эти столбы, они потом будут как-нибудь автоматом исчезать. Это было бы правильнее всего. Ну, давай ты встанешь сегодня здесь у меня, нет? Не хочешь? Ну, вот никак не хочет, говорит. Ограниченный рельеф, хоть ты убейся. То есть не помеха присутствует? Вот тут присутствуют помехи. А тупо из-за ограниченности рельефа. Я просто не понимаю, какой ему нужен рельеф, с какой точки. Вот с этой, если взять... Но он это так не выровняет, так как надо мне. О, так может быть здесь поставится? Слушай, отлично. Во, все, здорово. Ух, хорошо-то как. Шопинг очень сильно упал. Так, а вы усыпили их уже, все. Можно будет продавать. Отлично. На продажу. На продажу. Так, это задание мы с вами тоже выполнили. Давайте возьмем еще какой-нибудь контракт. Мой вам совет. Берите как. Цератозавр, цератозавра вывести. А цератозавр у нас хищник. Без проблем. Давайте выведем. Давайте выведем цератозавра.
Мы можем, в принципе, потом его продать, да и все. Либо все-таки уже переходить в эту часть острова и здесь строить. Давайте, наверное, так потихонечку будем переходить. Все-таки, если мы хотим добиваться высоких результатов, то нам это по-любому надо будет делать. Так, как-то так пока поставим. Теперь давайте первым делом поставим все-таки... И дело в шляпе. Да, дело в шляпе. Транспортную сеть сюда поставим, да? Так, теперь мне требуется электричество. Давайте для этого как-нибудь вот так вот развернем поближе, чтобы стояло все это дело. Так, как бы провести-то правильно всего? Давайте пока как-нибудь в обход. Потом, если что, будем переделывать. Так, где мертвый динозавр? Кто-то, видать, умер уже от старости. Не туда. Собираюсь забрать актив. Это у нас Струтиамим умер от старости, да? Ну, значит, тогда надо еще одного выпускать. Еще одного. Путь незавершенный. Подожди, сейчас сделаем путь завершенным. Изменить, значит, путь. Как-то так, да? Ну и давайте тогда строить загон для хищника. Актив забрали. Что-то как-то я строю коряво. Так, вроде все, да? Значит, здесь ставим где-нибудь, давайте в стороне. Пусть будут здесь ворота. Значит, по кормушке. Пока подожди. Давай сначала займемся все-таки рельефом. Вот это вот все удалим. Потому что я должен видеть, где что я строю. Ну, загон, в принципе, должен быть нормальным. Ему должно хватить места. Мы сейчас только вот это вот дело вот так вот сделаем. Попробуем поставить обычную смотровую галерею. Так, какие помехи тебе присутствуют? Объясни мне. Оп, стоп. Здесь что-то было. Не знаю, как вас отблагодарить. Даже и пытаться не стану. Даже не пробуй. О, новое задание. Деньги. Они правят миром. И именно поэтому следующее задание такое интересное. Думаю, вам стоит взглянуть. Угу. Внешний вид менять. Хорошо. Понимаете, какая штука? Остальным отделам не очень нравится, что они в нас нуждаются. Я сам когда-то был айтишником, пока не понял свое истинное призвание. И сейчас мне кажется, что они ненавидят нас, потому что они не мы. А кто мы? Продюсеры, шоумены, почти шаманы. Мы не хуже динозавров пробуждаем это место к жизни. Так что этим сейчас и займемся. Итак, задача следующая. Что нравится людям? Что-то новое.
И с этим есть некоторые трудности, когда гвоздям программы уже сотни миллионов лет. Но мы дадим им что-то новое. Начните с изучения модификации внешнего вида и посмотрим, что получится. Сюрпризавр. Динозавры выглядят впечатляюще и в том виде, в каком их создала природа. Не делайте из них розовых пони. Ладно, мать. Хорошо. Благодаря вашим исследованиям мы сможем вывести динозавров с модифицированным внешним видом. И тогда узнаем, стоило ли оно того. О, новые динозавры. Потрясающие. Гости оценят. А если нет, ваша вина. А, спасибо. Моя, говорит, вина. Так, вот здесь поставим растительность. Ну, в принципе, мне кажется, должно хватить. Так, я забыл ворота поставить. Отлично. Еще один сдох. Кто где? Не понял. Странно, уже никто не сдох. Так, этого выпускаем, потому что его не хватало. Так, ну и кто у нас здесь? Этих-то мы продали. Его сразу туда-сюда. Все ясно. Вид майозавр с модификацией ген внешнего вида саванна. Майозавр. Майозавр у нас травоядный. Ему нужна, по-моему, обязательно парочка. Где у нас майозавр? Вот он, майозавр. Но их надо дофига. То есть не три штуки, как минимум четыре надо. Это, конечно, круто. А с геном, с каким геном? Саванна. Так, четверо, да, говоришь? Значит, получается, придется вот здесь в модификации убрать шанс успеха и поставить пока расширение. Чтобы можно было вывести сразу четверых. Так. С геном саванна. Вот, отлично. Используем ген. И, кстати, можно будет их модифицировать. 8, 15. 8, 12. 28! Ху-ху-ху! 28, нифига у него будет рейтинг. Ну, давай, 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 такого возьмем. Посмотрим, сколько это будет по деньгам. Лям, наверное, будет выходить. Там 160 было тысяч, а сейчас сколько стоит, интересно. Ну, в принципе, нормально. Я думал, будет в лям целый. Саботаж. Опять, что ли, уже саботаж? Когда псы успевают саботаж сделать? Так, раз, два, три, четыре. И вспышка болезни, да? Ну давай, рейнджеры, добавить задачу. Подтверждено. Без проблем. Все ясно. Так, вот как раз вам придется пополнять кормушки. Вторым рейнджерам тоже надо пополнять кормушки. Принимаю здесь, запрос на пополнение кормушки. Здесь, здесь. Принято. Сюда. Здесь не надо. Где кормушка у нас? А, ну как раз поехали пополнять, так что, в принципе, все нормально. Ну и давай. Задание вот здесь. Получено. Так, вы уже усыпили его, да? Я все правильно понял? Да, усыпили. Так что мы его берем. И переправляем в новый загон. Забираю актив.
Пока, в принципе, все хорошо. Ох ты! Отбраковать. Вывести еще одного такого же. Давайте тогда делать по одному. Бизнес. Это не всегда просто и не всегда чисто. Но это всегда важно. Присмотритесь к контракту. Присмотримся. Так, покаменелся, но что? Продать. Использовать. Ну и в те же самые места опять отправляем. Что у нас, кстати, по комфорту? Так, а им не хватает общительности. А в чем проблема? Так, стоп. Во-первых. Раз. Два. Во-вторых, команда рейнджеров. Бригада берется за запрос. Ремонт. Три. А почему у них общительность-то упала? Во что, надо троих, что ли? А их раз надо было трое? Да и на них, блин. Странно, ну давайте выпускать тогда еще одного, да и на них. Что-то я не думал, что будут такие проблемы с ним. Ох, сломанное ограждение. А, так он сдох вообще, прекрасно. Принимаю запрос на сбор активов. Так, все, его мы усыпили. Прекрасно, значит, его надо будет сразу сюда перевести. Значит, нам нужен еще один, что ли, получается. Господи, ты боже мой, как же вот так получилось-то все? Некрасиво. Так, все, в принципе, люди, можете выходить. Вашей безопасности ничто не угрожает. Все нормально. Чем больше динозавров, тем за ними сложнее ухаживать. Так, у этих-то как все? 100. Нормально. Так, здесь что? Отлично. Надо будет тогда еще велоцираптора, что ли, себе заказать на всякий случай. Ты издеваешься? Слышь ты. Сколько бабла ты, ну, тебя уже потратил-то, зараза ты какая. Окаменелости. Сколько же я уже на них бабла-то потратил, офигеть. Ну вот он и психует. Доставка выполнена. Подтверждаю задание. Надо его здесь усыпить, пусть пока поспит. Пока сейчас эти двое выведутся. Блин, опять отбраковать? Да что такое-то? Какая-то неудачная ячейка. Столько бабла на них трачу, офигеть. А толку никакого.
Так, главное, чтобы он не повредил мою решетку. Так, новый жизнеспособный ген, это хорошо. Нужен еще паразаурулов. Пазараурулов, блин. Что за уролог какой-то, блин? У меня такого, по-моему, еще нет даже в помине. Да, мы как раз начали где-то его исследовать, так что, в принципе, надо будет экспедицию перенаправить. Сейчас они прибудут, и мы тогда их перенаправим. Так, это пока пусть поспит, друг. Ждем. Ждем, когда появятся здесь динозавры. Так, прибыль как раз окаменелости. Пара. Так, он здесь есть. Во, сюда давай. Так, еще прибыль окаменелости. Ну и экспедицию еще одну отправляем, да? Так, что скажешь, опять все запоролось? Нет, пока все еще выводятся динозавры, это хорошо. Мертвый опять динозавр, где? Кто сдох? Ты сдох, что ли? Направляюсь забрать актив. Они что, когда ближе к смерти начинают тут с фигней страдать? Придется еще одного вывести. Это какая-то получается дуристика. Там у меня все сдохли. Велоцираптор как себя чувствует? Пока нормально, молодцы. Так, ты себя как чувствуешь? Тоже все отлично. У тебя все комфортно, все в порядке с тобой. Леса мало. Ну, в принципе, тебе не особо-то он лес-то и нужен. Так что я думаю, что нормально. Что у нас здесь? Очень маленький рейтинг пищи. Я прям даже не знаю. Прям в каких-то расстроенных чувствах уже. Так, ты вывелся. Отлично. Давайте еще раз попробовать вывести именно здесь. Что с пищей не так? Что у нас здесь? Здесь вообще людей нет. Здесь тоже особо я не вижу разницы. Где еще пища у нас? Это зал игровых автоматов, это все не то. Так, еще. Это тоже зал игровых автоматов. Где фастфуд? Вот фастфуд. Тоже не особо много. В чем проблема-то с пищей, не так-то? Непонятно. Критозавр, новый полный геном. Хорошо. Экспедицию можем отправить? Можем. Я могу его сейчас вывести, но смысла какого никакого в этом нет, потому что он сейчас будет быковать, потому что у него комфорта нет, ему не хватает общительности. Вывести четверых в этом месте, это получается, блин, здесь не хватит, популяция слишком будет большая. Они будут еще больше психовать. Так, ну что там, третий у нас вывелся, нет? Нет пока еще. Долгий процесс, долгий. Вот ты смотри, вот он прям как специально не хочет здесь ничего делать. Вот пес. Давай тогда убирать здесь
Это инкубатор, блин. Толку от него никакого нет. Давайте выпускать тогда двоих. Но вот здесь еды мало. Здесь кормушка очень быстро будет кончаться. Давайте тогда мы поставим здесь еще одну кормушку. Даже, в принципе, можно поставить три. Пусть будет. Так, окаменелости. Так, все здесь. Работы на участке завершены. Участок истощен. Эй, я узнал про отличную возможность. Ее не стоит упускать. Да не особо она такая, знаешь, наверное, большая. Зря я это говорю, но все же. Чем больше мы их напугаем, тем счастливее они будут. Только не надо перегибать палку, а то будет много трат и слез. Ну вот тут-то и проблема. Опять, блин. Слышь ты, что, блядь, зараза, издеваешься, что ли, надо мной? Давай, майозавр, блин. Один и второй. Что у нас здесь с динозаврами? Популяция этих устраивает. Кого еще тут не устраивает популяция? Критозавра тоже все устраивает. Кто у нас тут еще есть? Эдмонтозавр. Его пока тоже, в принципе, все устраивает. Вот этих только не устраивает, только... Подожди, это не тот? Или это тот? Нет, это не тот. Это критозавр, которого все, в принципе, устраивает. А вот майозавра не устраивает общительность. Им надо еще двоих. Ждем, может быть, успеем. Так, что у нас здесь? Готовы, выпускаем раз, выпускаем два, выпускаем три. Сразу вертушку. Назначаю дополнительное задание. Всех троих сейчас усыпим и туда, в новый загон. Добавляю задание. Отлично. И последний. Двоих же вроде бы, мне кажется, хватало, нет? Нет, не хватает. На самом деле не хватает. Я-то думал, двоих хватит, но нет, тут надо троих. Вот. Действительно надо троих. Ну все. Тогда с этим вопрос закрыт. Осталось только здесь вопрос решить. Здесь, надеюсь, четверых хватит. Мы кое-кое-как дотягиваем до 2,5 звезды, блин. Но это благодаря теперь динозаврам. Здесь что-то как-то мне очень тяжело добиться популярности, потому что рейтинг пищи плохой, напитка, веселье шопинга, еще и транспорт почему-то падает, блин. Но может быть из-за того, что здесь узкая дорожечка, узкая, очень узкая. Либо тогда, получается, нам надо будет здесь просто переделать забор. Давайте попробуем, значит, ну вот примерно одну полосу, да, поставить вот так вот. Так, слишком близко к динозавру. Давай, динозавр, уходи. Так, ну и как ты собираешься потом уходить, друг мой?
Во-во-во-во, давай. Так. Вспышка болезни, это плохо. Подтверждаю задание. Ну, вроде территория нормальная. С территории вопросов нет. Значит, вот это попытаем сейчас мы снести дело. Не надо было, наверное, сразу мне это делать. Как вот здесь вот поступить, я пока не знаю. Но я не смогу сейчас дорогу модифицировать, потому что тоже помехи. Да. Ладно, чуть попозже этим займемся. Что у нас с транспортом? Все, всех троих усыпили. Раз, два. На сбор актива. Так, сюда. Сюда. Необходимо забрать актив. Сюда. Сюда, все. С этим тоже вопрос решенный. Так, вспышка сейчас закончится, все будет нормально. Наконец-то. Нет источников болезни. Замечательно. Так, ну что, динозаврики, придется вам как-то все-таки... Наверное, надо как-то поближе, да? Актив поднялся в воздух. Идет транспортировка. Блин, ну вот слишком близко к динозавру. И ничего же не сделаешь, я же не могу его сюда выгнать. Давай пока, наверное, с этой стороны пойдем. Пофигу, пусть будет кривовато. Ну, опять же, слишком близко к динозаврам. Да, вот от этих друзей надо избавляться. Никто здесь не психует. Так, мои завры, все. Ну да, получается, им четверых надо было для нормального комфорта. Вот эти вот хуяназавры никуда не уходят вообще абсолютно. И меня это не радует. Слышь ты, хуяназавр, может ты когда-нибудь двинешься с места, нет? Не хочешь? А я же не могу, получается, да, здесь провести дорогу другую. Какая-то ерунда будет. Ну, блин, жрал бы себе спокойно, ничего же там не слишком-то и близко к нему. Доставка завершена. Доставка актива подтверждена. Так, более-менее нормально, да? Подтверждаю доставку актива. Так, давайте мы его сейчас усыпим и переправим. Назначаю дополнительное задание. А то меня сейчас тут выбешивает. Вот из-за людишек приходится теперь, блин, тут все перестраивать. Ну, сам виноват, согласен. Надо было дорогу изначально ставить нормально. Им, скорее всего, не нравится, потому что здесь узкая дорожка. Вот и все. Основной путь, и он такой узкий. Надо будет сразу широкую ставить.
и стараться ставить ее везде, и тогда более-менее все это дело наладится. Все. Будем надеяться, что это как-то все-таки повлияет дело в лучшую сторону. Так, тогда можно будет здесь вот эту вот актив перевезен. Маленькую подстанцию тоже, допустим, как-то вот так поближе поставить. Какие, блядь, помехи присутствуют? Объясни мне. Тупизм. Какие, блядь, тут помехи присутствуют? Непонятно. Иногда просто это необъяснимо. Так, ну а здесь, в принципе, можно попроще поступить. Отлично. Контракт выполнен. Мы с вами потрясающая команда. Ага. На 2,5 звезды я выполнил. Замечательно. Так, пара зауролов мне нужен. Пара зауролов. Так, как-нибудь лучше стало у нас тут. Вообще 2 звезды. Вообще 2 звезды. 56 рейтинг пищи. Ну что с этим рейтингом пищи не так? Я не понимаю. Вам не нравятся динозакуски, что ли? Я не понимаю. Так, новый жизнеспособный ген. Это замечательно. Но здесь уже, наверное, смысла нет выводить. Эти пока-то все довольны. И еще сразу вопрос, сколько их там будет, интересно. Значит, пара зауролофов. Пока выводим 2 с геномом саванном. Это таежный. Вот саванна. 225 и еще одного. 225. Выпустим их здесь, посмотрим, сколько требуется для них для общения. Потом переведем в большой загон, вот сюда. Давайте пройдемся, наверное, с рейнджерами. Что мы можем сделать? Кроме как того, чтобы пополнить кормушки. Припасы на подходе. Вот здесь можно пополнить. Все ясно. Здесь пополнить и... Добавляю вот задание. Сюда, да? Ну и, кстати, надо бы тогда поставить еще здесь кормушку. Все-таки, мне кажется, одной мало будет кормушки здесь. Еще одно задание в нашу копилку. И это ваша заслуга. Конечно, моя. Так, хорошо. Вторых рейнджеров отправляем, опять же, на восполнение всех кормушек. Прибыли окаменелости. Добавляю в список.
Так, критозавр у нас уже пополнен, так что это можно все продавать. Отправляем снова туда же. Так, по времени у нас уже 45 минут прошло. Ну, давайте еще минут 5 повыполняем. Нам, в принципе, нужны еще контракты, да? Давайте посмотрим, что можем взять. Что они могут предложить. Есть одно дельце на стороне. Нодозавр с модификацией иммунитет. Нодозавра, по-моему, у меня нет в этих никакого генома. Торозавр есть, нодозавра не было. Ну, по-моему, есть место, где можно его найти. То есть будем стараться именно сюда вкладываться. Здесь как проблему решить, я не понимаю. Что за проблема с пропускной способностью? 69%. Широкие уже улочки. Ну, здесь фигово, согласен. Ну, давай попробуем снести здесь. И вот так. Вот так. Здесь, допустим, сделать узкую. Так, здесь все широкое, да? Широкое, широкое, широкое. С этой стороны еще, получается, узкое идет, да? Да, с этой стороны тоже узкая. Где можем поменять? Помехи присутствуют. Это какие помехи? В чем заключаются помехи? Вот в этом здании помехи, да? Ну, давайте мы его продадим. Так, поменяем здесь дорогу. Так, и дальше уже, получается, мешает забор. Смотровую площадку. Вернее, смотровую вышечку. Может быть, лучше тогда поставить с этой стороны, как я раньше хотел. Но сейчас, наверное, уже не получится. А нет, получится. Почему нет? Нет, здесь не очень обзор, который мне нравится. А если поставить... Нет, здесь не получится, да? Здесь-то получится. Ну, давай вот так сделаем. Проведем опять же широкую дорогу. Так, и вот эти вот кормушки для плотоядных. Вот так сделаем, вот эти две снесем. Спорить с природой, особенно доисторической, занятие не из легких. Но это ваша работа, и вы неплохо справляетесь. Так, не понял. Оба-на. Вот это поворот событий. Добавляем в список. Почему он угрожает? Я что-то не въехал. Как здесь люди-то оказались? Объясните мне, пожалуйста. Слышь? Вы вообще какого хрена здесь делаете, люди? Здрасте, приехали, блин. У меня чё, разве не целый забор? Целый забор. Внимание, саботаж. Еще и саботаж. Вообще шикарно. Кто где? Назначаю дополнительное задание.
Без проблем. А, так это еще все двери пооткрывать, что ли, получается? Подтверждаю задание. Ну, кто-то, получается, из отделов. Это ученые. Ученые-псы. Добавляю задание. Так, других рейнджеров. Задание получено. Офигеть. Вот это поворот событий. Вот это такого я не ожидал. Кто где вышел? Подтверждаю задание. Задание получено. Все ясно. Дамы и господа. Так, но он почему-то убежал. Что произошло? Саботаж остановлен. Ой, что-то как-то тут кто-то, какая-то зараза, какая-то псина устроила просто кавардак сплошной. Так, этот нормально. Вроде все хорошо. Теперь служу перевозки, значит, один сюда, второй сюда. Третий сюда. Сюда. Сартозавр нормально, мужик хороший попался. Не решил выбегать никуда, блин. Так, ну и вроде бы все, да? А, вот еще последнего сейчас усыпили. Подтверждаю задание. Офигеть. Так, ладно. Людишки, можете выходить спокойно. Дамы и господа, приносим извинения за... Так, заборы, главное, все целые. Двери все закрытые. Поворот событий был, конечно, интересный. Так, ты зачем это сделал? Он мне здесь не нужен. Так, а теперь, в принципе, можно будет это дело развернуть. Когда у нас проблемы с электричеством, всегда происходит что-то плохое. Лучше такого не допускать, так что следите, чтобы электроэнергии хватало. Да я как бы и смотрю за этим, просто случайно снес не ту дорожку, которая мне нужна была. Вот, отлично. Так, плюс ко всему вот это вот дело тоже все посносить. Так, как-то вот так, дорога здесь не нужна. Отлично. Так, и просто хотел здесь поставить еще одну смотровую площадку. Что ты хочешь? Отказаться. Никаких фотографий. Чтоб с этой стороны можно было все это дело видеть. Вот что я хотел сделать. Так, допустим. Допустим. 39% удовлетворенность населения. Офигеть. Опять. И вот им не нравится пища. Я не понимаю. Вы что, не видите, где пища, что ли, находится? Вам что не нравится-то? А, так вот здесь уже перебор. Тут я уже согласен. Вот, это другой разговор. Здесь понятно теперь стало. Здесь что не так? Здесь... Тоже тогда нужно добавить. Еще нужно одного. Отлично. Давай. Еще один нужен.
Так, и зал игровых автоматов. Откуда сразу только повалил это народу? Транспортировка актива завершена. Как ни плюнь, мало посетителей. Тут на тебе сразу резкий перебор. Вот опять здесь никого, ничего нет, да? А потом будет опять нехватка. Так, ну я уже смотрю, я уже тут засиделся. Надо заканчивать с этим делом. 290. Нормально. Здесь у нас что? Тоже, в принципе, нормально. Так, ну и давайте окаменелся тогда. Извлечь. Извлечь. Продать. Продать. Так, и мне нужен нартозавр какой-то, да? Вот, нодозавр. Нодозавр и пазаролов. Пусть будут здесь исследования. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.